Получить надбавку смогут только те подмосковные пенсионеры, которые старше 70 лет, одиноко проживают и чей доход меньше 16 800 рублей. Также на льготу смогут рассчитывать и супружеские пары пенсионного возраста, если один из членов семьи старше 70 лет, а суммарный доход обоих супругов не превышает 33 600 рублей. Чтобы получить надбавку в размере 700 рублей, необходимо обратиться в Управление соцзащиты населения по месту жительства и подготовить ряд документов. Для назначения ежемесячной денежной компенсации необходимы следующие документы. Это паспорт заявителя, выписка из домовой книги, пенсионное удостоверение, трудовая книжка и реквизиты расчетного счета, куда мы будем перечислять денежные средства. Граждане могут подать заявление лично, либо через представителя по доверенности, оформленной установленной законодательством Российской Федерации форме. Более подробная информация размещена на стендах в Управлении соцзащиты и на сайтах местных администраций. Также можно позвонить в соцзащиту по телефону, который вы сейчас видите на экране. Предполагается, что всего в Подмосковье на данную льготу смогут претендовать более 80 тысяч человек. В Одинцовское управление соцзащиты с заявлением о надбавке обратились уже 743 пенсионера. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».